видео. Нажал. Да, нажал. Моя мишень теперь. Олигархи и все магнаты медиа. Потому что я проанализировал всю ситуацию и вспомнил, что я же был тем межэтажным лифтом, который был между таксистами и артистами, и дружил со всеми, и обращал внимание некоторых больших начальников на некоторых их подчиненных, и они становились из низших по чину, повыше по чину. Да, обращал внимание, но я, идиот такой, не пользовался этим своим ресурсом. Потому что я слишком добрый и слишком наивный. Я вырос в провинции, и мне казалось, что если едет большой автомобиль, там за рулем сидит большой такой мужик. А если едет маленький, то в нем, конечно, маленький. И поэтому мне казалось, что в высоких кабинетах сидят такие умные люди. Да. Ну и казалось всегда, что все проблемы только в нашем доме, в нашем дворе, в нашей семье. А оказывается, я просто не знал, что это происходит, как у всех в мире. Я не знал, как люди в мире живут, потому что нам показывали то одно, то другое. А сейчас такая ситуация, когда надо сделать генератор образа будущего, потому что будущее. Ну, без этого представления, как нам жить в будущем, ну, невозможно соединиться всем и каждому, да, в какой-то общей задаче, сверх идеи, которая объединяет человечество, которая создает мощнейший потенциал новый, ресурс и включает мотивации людей на преодоление всех барьеров, да? Образ будущего. Ведь тогда в свое время именно образ будущего создал социализм, потому что это была новая идея в мире. Да. Потом не туда все это пошло. Да. Потом Ленин даже пытался соединить преимущество капитализма с социализмом попыткой НЭП, но не смог, потому что. Но он писал потом, что образования не хватало у людей. Эгоизм больше развивался в этих случаях. Ну, потом Сталин пытался. Да, но у него тоже были свои перегибы. Но благодаря Сталину в свое время, ведь многие страны в мире обратили внимание на создаваемый Советский Союз. Образ будущего. Потом образ будущего был у Хрущева. Он говорил, что нынешнее поколение людей через 20 лет будет жить при коммунизме. Да, ну тоже были ошибки. Брежнев был, да, период, как говорится, застоя. Потом, ну не буду всех перечислять, но достаточно сказать, что Горбачев хотел сделать перестройку, тоже образ будущего. Да, ну тоже были ошибки, как у всех людей, как и у нас с вами, как и у меня. Может быть, все, что я говорю сейчас, это наивность какая-то или глупость какая-то. Это вам судить. Я ничего не утверждаю. Я просто делюсь своими размышлениями. Да. Размышлениями человека, который вдруг вспомнил, когда он был успешным. Да, был я когда-то таким успешным, и про меня писали все газеты страны, каких только можно вспомнить, и «Правда», и «Известия», и «Учительская газета», и «Социалистическая индустрия», и «Парламентская», и «Литературная газета», и совершенно секретно показывали меня по телевизору, и в программах «Взгляд», и АТВ, ну, короче говоря, я такой был известный человек, но я не пользовался этим. Просто потому что я по своей природе добрый. Ну вот Достоевский, мне кажется, ошибку маленькую сделал, когда он сказал: «Красота спасет мир».
Ну, у каждого же свой вкус, и не всякому красота доступна. Ошибка была в том, что доброта спасет мир. Вот я добрый человек, потому что не я добрый, не я же себя сделал. Генетика у меня такая, дедушка у меня был добрый. Очень добрый был. При этом большой трудяга. Даже орден Красного Трудового знамени имел. Да. Вот он меня научил любви, свободе, а бабушка научила труду, хотя дедушка был трудяга. Ну, короче говоря, видите, какая история сложилась таким образом, что я теперь вспомнил. Вот сейчас коронавирус обнажил все идеи такие вот всех разных людей и все недостатки всех систем. И образование, и здравоохранение. Да, я думал, ну, почему это происходит вообще-то? Вот сейчас смотрю, цифровизация, полезна она для кого-то или нет. Мой брат двоюродный, Нурик, очень мудрый был, он говорил просто, ну, чтобы определить, полезно или вредно, ну, надо разделить на части. Ну, курить, например, вот, полезно или вредно, хорошо это или плохо. Ну, говорит, для настроения хорошо, а для здоровья плохо. Ну вот видите, есть плюсы и минусы. Образ будущего. Ну конечно, я буду грозой. Я сейчас буду грозой, как перед дождем, которое очищает окно будущее. Потому что для образования тоже важно, чтобы все-таки понимать, кого мы воспитываем, каким он будет человек будущего. Поэтому у меня и школа «Человек будущего» Homo Futurus, чтобы вычислить и развивать у себя уже сегодня те качества и способности, которые будут у человека будущего, а не просто обучать людей незнамо кому. Да, я придумал такой генератор образа будущего, который соединит и Запад, и Восток, ментальности двух культур в таком большом смысле слова. Вот Киплинг тоже сделал маленькую ошибку, он сказал, что Запад и Восток никогда не сойдутся. А вот Достоевский говорил, опять же, что душа человека русского открыта всему миру. Видите, и там есть плюсы и минусы. Короче говоря, образ будущего, генератор, который я создал, сейчас мы его написали, скоро я его опубликую. И Федор Макаров там у нас редактировал. Да. Я давно об этом говорил, об образе будущего. Как соединить преимущества капитализма и социализма, но не механически вот так вот, тупо, как пытались сделать Евразию, а на новом уровне качества, чтобы общество было не капиталистическим и не социалистическим, а человеческим. Ну, это как утопия выглядит, ну, вы посмотрите, все утопии же, ведь они в результате наивные люди, добрые люди, которые думали не только о себе, но и о человечестве. Это же есть нормальность человека. Думать не только о себе. Потому что будешь думать только о себе, один и останешься. И вот теперь цифровизация. Пугает нас цифровизацией. Но там тоже есть плюсы и минусы. Я ни за то, ни за другое пока до конца не понял, и я думаю, что никто сегодня не понимает, когда новый инструмент создается, где он и как будет, и кем использован. Ну, как и стакан, как говорил Ленин, можно превратить в инструмент для того, чтобы ударить кого-то, а можно из него воду пить. Ну, так вот, много чего сложного. Толстой говорил, Лев Николаевич, мой любимый, что главный компас это совесть. Да, естественно, что и на Западе, и на Востоке есть люди, которые нормальные, да, и вся забота о том должна происходить, чтобы человек был нормальный, чтобы человек был человеком. Никто не знает сегодня до конца, что значит быть человеком, но то, что надо быть человеком, это знает каждый. В этом наша надежда. Ну вот сейчас я вам скажу. После Хрущева Ельцин, да, минуя там Брежнева, но тоже за свободу слова, молодец. Горбачев до него, там ошибка тоже была в том, что
Он хотел это ускорение, перестройки. Да. Но ошибка была в том, что он просто раздал все всем совершенно безоглядно. Хотел быть немножко, это так думаю, это мое мнение, быть популярнее больше на Западе. Да. А у нас же тоже были свои достижения. Но потом уже пошли вот Ельцин. А Горбачев тогда раздал и все секреты, все, ну так было, да. Ну так интересно теперь вот последствия пожинать, потому что сегодня нужен человек или общество такое собралось бы, мудрейшин, которые эти мудрейшины решали бы глобальные проблемы человека, человечества, собираясь хотя бы раз в год на какой-то международной платформе, как Олимпийские игры, чтобы вся планета смотрела с таким интересом, как международные соревнования, как они размышляют над глобальными проблемами человека и человечества, чтобы снять эти вот проблемы кризисов, коронавирусов, снять проблемы войн, кризисов, да, конфликтов таких, сократить потребность в лекарствах. Потому что уже непонятно, настолько экология разрушена, настолько вот все разрушено, что человек остается в ситуации выживания. И вот генератор образа будущего, о котором я сейчас буду говорить, он как раз-таки для того, чтобы забрезжил свет в конце туннеля, в конце концов. Потому что именно его отсутствие, у нас же нет по законам возможности иметь идеологию там и так далее. Но вот это вот как может быть, если человек без головы? Если он без интуиции, как он хочет завтра видеть мир, если он не работает на это? Так вот, я вам скажу, что, конечно, Ельцин большое дело в свое время сделал, но он сделал олигархов тоже. Олигархов тоже сделал, потому что у всех где-то наблюдается то ли западная ментальность, то ли восточная ментальность. Хочу вам сказать, что свобода-то не одна. Вот памятник, статуя свободы, вы что думаете, олицетворяет? Какую свободу? Ну вот, свободы-то оказывается две. Да, вот с этого надо начинать. Свободы две. Как устроен сам человек, как устроен его мозг. Потому что все, что происходит в мире, от человека все происходит. А человек происходит по законам природы. Две половины мозга они создали Запад и Восток. А я как раз специалист, как психофизиолог, который изучаю, как работают две половины мозга, когда они синергируются в одном направлении при принятии решений, при выборе решения, поисковая функция работает. И при ее реализации. Да. Я как раз знаю, вот, как можно создать мозговой штурм коллективного творчества среди вот этих вот, условно говоря, мудрецов, которые собираются один раз в году там на этой международной платформе обсуждают глобальные проблемы человека и человечества. Вот эти вот вопросы энергетики, вопросы войн там. Ну и Запад и Восток смотрят с интересом, что, например, Россия, да, потратилась, как на Олимпийские игры, затратилась. Но это наивность, потому что сейчас высоким чиновникам не до этого. Но смысл в этом есть. Я вам сейчас скажу, почему я сказал, моя мишень теперь олигарх и высший, так сказать, масс-медиа, блогеры всякие. Я сейчас их всех возьму. Потому что я сегодня, в отличие от того, каким я был 20 лет назад, когда я имел большой ресурс, не воспользовался этим. А сегодня я знаю, как воспользоваться. Я все вспоминал, вспоминал, когда же я был таким успешным. И теперь вспомнил. Все вспомнил, я же помолодел за счет своего метода саморегуляции ключ. И вас научу вспомнить то, что нужно вспоминать, когда хотите решить какую-то большую задачу. Потому что когда маленькие задачи решаете, энергия не включается, потому что для маленьких задач, для маленьких целей она и не нужна. Будете всегда исполнителями.
Так вот, сейчас задача такая, создать генератор образа будущего. Скоро это будет опубликовано, вы все ее прочитаете. Там, правда, 50-60 страниц, и Федор Макаров делает титаническую работу, чтобы это редактировать. Но там есть много чего нужного. Скоро будет это опубликовано. И что самое главное, это опубликовано, что в принципе, как создан человек. Потому что все в принципе отсюда и происходит. Потому что законы природы едины. И когда государство создается, и кто управляет государством, и как управлять, все по законам природы. Я вам могу маленький пример привести. Совсем маленький, это на полминутки. Как, например, закон сохранения энергии управляет системой обучения в образовании. Интересно, правда? Закон сохранения энергии. И вдруг образование или обучение человека. Ну, если вот, например, закон сохранения энергии. Ведь самое главное что? Самое главное то, что законов-то немного на самом деле. Поэтому, когда говорят, нам же неизвестны все законы, друзья мои, те законы, которые уже нам известны, вполне понятно, как из них все происходит. Много незаконов природы, много уровней организации, например, в мозге, и на каждом новом уровне развития нашего мозга одни и те же законы, они реализуются в разных формах. В разных формах. Вот закон сохранения энергии, например, обучение, как я сказал. Ну, есть такой принцип обучения, мать учения, повторение, да, повторение, мать учения. То есть повторяй, пока не получится. То есть пока ты не выйдешь на уровень навыка, автоматизма, то есть где энергии тратится меньше, то ты вынужден сильно сосредотачиваться, тратить много сил и времени, а потом повторяешь, например, на тренировке какой-то, борец, боксер, там, повторяешь какое-то действие до тех пор, и полностью весь там в этом сосредоточен, напряжен, ни о чем другом думать не можешь. Но потом вырабатывается навык, это определенная нейросвязь между нейронами мозга в нейросети. И она тебе позволяет делать то же самое действие, уже без затрат. То есть ты переходишь по закону сохранения энергии за счет повторения к навыку. А метод ключ основан как раз на дополнительном принципе, которого раньше не знали. Не принцип повторения, а принцип подбора путем перебора. Мощный принцип, как сказал один из ведущих там руководителей образования, профессор, он сказал, мощный принцип, да. Принцип подбора путем перебора, да, мощный принцип. Потому что ты сразу сканируя разные варианты и выбираешь тот, который тебе более доступен, который соответствует твоему геному, который соответствует твоей природе. А природа у человека – это Творца. Хотите, не хотите, но это даже метафорой такой, в Библии записано. Решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Ну, Бога-то никто не видел. Но инстинктивно понятно, что как Творца. Бог в человеке, значит, это творчество. А у нас творчество, Творец в человеке, не защищен. Поэтому, например, в нашей стране, ну как получилось так исторически? Это мое мнение, личное, это субъективное, вы можете не соглашаться. Но именно потому, что у нас Творец не защищен, по моему мнению, поэтому, как говорится, утечка мозгов. Все они уезжают туда, где Творец человека защищен. Но он не защищен у нас как? Законодательно не защищен, потому что все законы наши, которые сейчас пока есть, они довольно-таки расплывчаты. Их так можно повернуть, и так можно повернуть. О меценатстве, о благотворительности, об авторских правах там, и так далее. Но они несовершенны, как все. Надо их развивать. Но там еще несколько шагов надо сделать, довольно небольших. Потому что я вам читал какой-то книжки еще на заре, когда наших менеджеров обучали в России, еще Советский Союз был, разными книгами и «Путь менеджера», и «Судьба менеджера». Там вот примеры приводили, чтобы вот показать, что можно решить,
такая красивая вещь, вот это сделать. И можно это сделать двумя-тремя простыми шагами. И тогда это мотивировало. Поэтому, если я скажу, что создать генератор образа будущего, который вот так сегодня нужен всем и каждому, и не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что сегодня турбуленция, бифуркация, точка неопределенности, неизвестности, когда каждый человек перенапряжен, как солдат на фронте, готовый ко всему, а это истощает. Поэтому люди себя накручивают, предполагая неизбежность каких-то негативных исходов ситуации. Они начинают болеть, психосоматика, депрессии, тревоги, паники и прочее десятое. Образ будущего нужен. Вот. Это 100%. Тут вообще не о чем говорить. Поэтому я и сказал, моей мишенью будет масс-медиа и эти олигархи. Почему? Потому что я вспомнил, еще раз скажу, когда я был успешен. Я думал, что я потому что это помню, что ли? Да ни в коем случае. Да не, я вспомнил почему, елки-палки. Потому что у меня была методика, которая была нужна всем, особенно их детям. Я заставлю олигархов и всех блогеров, и всех, и каждого. У каждого есть дети. А вот тогда были такие даже на моем веку, такие большие министры и такие большие партийные, сейчас, как сказать, бонзы, или как большие партийные руководители. Ну, извините меня, я даже за своего там приятеля, который про меня книгу написал в свое время, хлопотал, когда у него была неприятность, его из партии исключили. Ну, за его какую-то там проблема, может, ошибка была, может, и ошибка. Но я же хлопотал перед самым был, как это называлось, председатель комиссии партконтроля СССР. Я же хлопотал. Но я же за многих хлопотал. Я же был как межэтажный лифт. Я же со всеми дружил. Да. Это интересно, даже трудно представить. Как говорил мой приятель Дина Алференко, который создал в свое время в «Комсомольской правде» отдел такое, социальное изобретение. Кстати, он возил Ельцина в Америку. Да. Дина Алференко, как он сказал, когда я, говорит, читал, он про свою биографию говорит, когда я читал свою биографию, я плакал. Я тоже, когда вспоминаю свою биографию, я балдею, слушайте, неужели это я такой, да. Ну, я скромный, конечно, тут сразу видно, правда. Вот. Я добрый, поэтому доброта спасет мир. Доброта спасет мир. Поэтому нам надо сейчас открывать человеческие качества, самые главные, творческие. Доброта спасет мир, я повторюсь. Это что такое? Бог в человеке – это творчество, это любовь, это сопереживание, это способность чувствовать чужую боль, это способность чувствовать бесценность живого. А это что, Восток или Запад? Это Восток. Почему Восток? Потому что Восток имеет тысячелетнюю историю. И Восток мог, пронаблюдая, просканируя природу и сущность человека, написать и Библию, и Евангелие, и все что угодно. Восток. У Запада просто времени такого не было. И поэтому Восток, все духовные ценности, достижения, это Восток. На Востоке же ведь создались все религии, не на Западе. Потому что критерием восточного менталитета первичные духовные ценности. А восточная, поэтому она всегда была, поскольку это внимание направленное вовнутрь, это два же формы внимания, две свободы, внешняя и внутренняя. Вот внимание внешнее, оно создало самолет, революции,
Это критерии скорости, динамики. А мышление восточное – это внимание вовнутрь. Поэтому была слабая экономика, и поэтому западные страны были колонизаторами этих бедных стран, потому что у них экономика, она же производная внимание, а внимание восточного человека внутрь. Когда человек на востоке говорит «я летаю», он имеет в виду внутри себя. Когда на западе человек говорит «я летаю», имеет в виду на самолете. Это разные ментальности. И я хочу соединить ментальность Запада и Востока на той основе, что и там человек творец. Я это сделаю, поэтому я теперь гроза этих всяких олигархов, которые сейчас руководят всеми процессами, и отсюда и пошло без обратной связи с людьми нормальными. Ради прибыли, и пошло без обратной связи с природой человека, и коронавирусы, и все прочее, и всякие вот эти вот неправильные моменты. Неправильные моменты. Но они же тоже имеют детей. Да, я тогда, когда был таким межэтажным лифтом, когда мог обращать внимание любого человека на что-то, и таксиста, и шахматиста, да, и богатого человека, и бедного человека, да, и певицу, и режиссера, и спортсмена. Я был между ними всегда. Почему? Потому что метод ключ-то у меня. Он-то у меня, это же я изобрел. Слава Богу, что у меня, а я человек добрый. Вот же вот это преимущество, которого раньше никогда не было, ни у кого. Потому что я, когда кто-то делает изобретение, в первую очередь я думаю, как же это может быть использовано. Вот Сахаров, помните, он же изобретал тоже атомную бомбу, ядерную бомбу, но же он тогда не понимал, в каком мире он живет. Он хотел там водородные бомбы взорвать Америку, потому что он был под внушением, что Америка на нас нападает. Хотел защитить, да. Потом понял и стал совсем другое говорить. Потому что главное оружие-то это информация. Кто владеет информацией, тот управляет всем. А сейчас как раз таки цифровизация. И поэтому кто будет владеть информацией, а кто сегодня владеет информацией? Те, которые имеют вот эту возможность регулировать поток информации, которые могут нам одно дать, другое не дать, показать с этой стороны, показать с другой стороны. Вот. И мы будем все время в зависимости. А как сделать так, чтобы человек не зависел от потоков информации, а думал собственной головой? Да. Помните про Анселота? Марк Захаров делал фильм такой интересный. Там Анселот, который бился за свободу, да, бился за свободу. А потом, когда он уже достиг того, что его люди стали уважать и прочее, потом сам стал приказывать. Да. Там, по-моему, жене своей любимой или кому-то, я уже не помню, вы сами посмотрите этот фильм, вот такой, про Анселота. Вот. Он когда приказами, она ему сказала, что ты тоже превращаешься в таких-то. Да. Ну, об этом много спектаклей, вообще-то, «Убить дракона», там, ну, много таких разных спектаклей и фильмов было в свое время. Да. Вот я вам что хочу сказать. Ключ у меня, и поэтому, поскольку у олигархов есть дети, как у каждого человека, может даже не свой, а у его тети или дяди там. А я-то и умею, я-то в свое время этим и занимался. Почему я мог там? Я же это потом понял, вот сейчас понял, в какие моменты я был наиболее успешен. И влиял как-то на умы людей. В какие моменты? Именно в те моменты, да. Когда я помогал их детям. Ну, конечно, им самим тоже. Это я снимал страхи у некоторых министров, вы знаете, замминистров. Были состояния паничные, тревожности. А в этом деле я очень разбираюсь, как говорится, дока в этом деле. Паники снимать. Так вот. Друзья мои, поэтому я теперь гроза перед дождем, который омоет окна
откроет свет в туннеле. Да, и буду это делать. И первое, что я сделаю, опубликую сейчас скоро этот манифест. Там одна страница, о чем речь, и 50-60 страниц пояснительной записки. Кто захочет, будет читать. Может, журналистам включится, ему захочется донести до людей это более нормальным языком, чем я, потому что все-таки я не политик, не путайте меня с политиками, не экономист, не путайте меня с экономистами. Я врач, психолог, психофизиолог, художник, видите, у меня картина какая замечательная. Она к теме. Просто так ничего не бывает, как говорил Чехов в своих. Если висит ружье, должно выстрелить. Это поющий над Вселенной. Я, честно говоря, та голова, которая могу сегодня противоречивую информацию и вас научу выйти на такой уровень размышлений. Я это хочу там, в генераторе создания образа будущего, дать всем участникам этого круглого стола этот метод во время их мозгового штурма до решения глобальных проблем человека, человечества, выйти на такой уровень за свое эго, чтобы мыслить не субъективно в розовых очках или в черных, а снять очки и видеть мир объективно, без всяких внутренних личных рефлексий. Это называется мыслить разумно, то есть пробиться к логике здравого смысла. И решить многие проблемы. И вот это может быть национальной идеей России. Потому что ни одна другая страна этого создать не может. Потому что именно в России понимают инстинктивные люди. У нас многосемейные такие вот многонациональные традиции, многонациональные, где там разные национальности все. Ну, это просто удивительно. Да. Россия может. И у нее еще в корнях есть и Рерихи, и Бердяевы, да, есть и Чаадаевы, которые понимали, что это генетическая история России, которая подготовлена ментально к такому совершению, к образованию генератора образа будущего. А тот чиновник большой, который на самом деле займется этим делом, получит потом Нобелевскую премию мира. Да, но кто он будет, я пока не знаю. И я думаю, что это будет не завтра, но послезавтра обязательно будет. Я не утопист, я нормальный человек, потому что за моими плечами сделанные вещи. Очень много сделанных реальных вещей, и многие методики мои официально оформленные, официально признанные. Ими пользуются миллионы людей. Поэтому я не просто так болтаю, я говорю по существу. Держитесь теперь, олигархи. Ваши дети теперь. А вы будете вынуждены обратиться ко мне. Потому что ключ только у меня. Так что, друзья, давайте подумаем. Я не приглашаю никого к этой, собственно говоря, ситуации. Если хотите, приходите ко мне, пишите. Но я лично не приглашаю. Да. Потому что уже все устали приглашать друг друга, как хотят и там, что они хотят. У меня есть школа, человек будущего. Да, это окно в будущее. Просто запишитесь туда и все. Я не приглашаю, вы сами как хотите. Вы меня поняли, друзья? До встречи. Увидите, что будет.